Привет, друзья! Привет, YouTube! Здравствуйте, дамы и господа! И прежде чем я начну рисовать своей любимой авторской техники Aurora Art, я хочу вам показать работы. Я не часто вам показываю их, вот, и решила это упущение как-то компенсировать. Вот. Эти работы некоторые из предыдущего видео. Некоторые будут в этом видео, так как я снимаю задом наперед. Вот. Ну и, собственно, сами работы. Мне очень нравятся работы, нравится вообще моя техника. Часто вы спрашиваете, а смогу ли я рисовать, так как нет у меня художественных навыков. Конечно, сможете, поэтому я, в принципе, придумала легкую, простую технику, чтобы смог каждый рисовать. И картины получались очень красивые, фантастически красивые. Здесь формат большой, поэтому, кстати, я тут пыталась камеру поставить, ну не знаю. Формат здесь довольно крупный, этих работ. Ну вот, первая работа, собственно, такая вот она яркая, красивая, прям вот необычная. Необычно смотрится, очень красиво. Так. Дальше еще одна работа. Видео вы, наверное, не увидите этой работы. Вот, потому как не записала я, в принципе. Ну, тоже. Здесь приглушенные цвета. Иногда вот, когда получаются красивые такие глуховатые цвета, не яркие, да, по сравнению. То есть, здесь была и красная краска, и зеленая, и синяя, по-моему, да. Вот, но иногда получается, когда сильно смешиваешь эти краски, да, получается вот такая приглушенные, они становятся более приглушенными. Вот, и кому-то даже больше, может, такое нравится, потому что не каждый, я говорю, в интерьер себе повесит яркую картину. Хотя, вот на любителей как бы. Ну и вот эта картина мне очень понравилась. Она по цветам очень красиво смотрится. Здесь цвета такие вот, как бы это сказать, ну, красивые. Красивые цвета и вот такая работа. Еще одна работа, которую вы увидите в этом видео, я буду делать. И не только такую. Другие тоже. Других, к сожалению, уже нету. Не могу вам показать. Но надеюсь, вы мне верите, что все это возможно, все это легко. Вот такое яблочко. Тоже яркая такая работа. Здесь я попыталась совместить, как бы, разнообразить технику немножко. Вот. Так что так тоже можно рисовать. Ну и вот такая большая. Это на оргалите. Вот такая работа. Тоже классно. Выглядит классно. Прям фантастика. Вот эта работа, здесь были эксперименты, я постоянно пытаюсь улучшить как-то технику, что-то еще добавить, внести, разнообразить. Это был эксперимент. Ну, в итоге вот так я оставила пока. Ну, я здесь еще кое-что дорисую. Вот, собственно. И да, друзья, небольшое маленькое объявление по поводу моей техники. Я записала еще одно видео, пятое уже по счету, добавила к урокам по технике Aurora Art, это будет пятый урок. Там я небольшое видео, в котором я рассказываю, какие нужно соблюдать условия, чтобы рисовать на холсте в данной технике, в моей технике, да, вот. Так что вы можете это видео просмотреть на вкладке «Сообщество». Оно доступно для спонсоров. Спонсоров уровня «Аврора». Так что уроки потихонечку пополняются. Я надеюсь, это не последнее пополнение. Вот, как-то так. Ну, а на этом, друзья,
Я с вами не прощаюсь. Пишите комментарии, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Всех благ. До новых встреч!